Подготовка к чемпионату мира по хоккею идет полным ходом не только в Минске, но и в Бресте. Уже совсем скоро по трассе М1 Е30 в пограничный город хлынет огромный поток туристов, спешащих попасть на одно из самых грандиозных соревнований 2014-го. Чтобы достойно встретить гостей, организаторы уже сегодня обеспечивают пункты придорожного сервиса всем необходимым. Дополнительные терминалы для более быстрого обслуживания клиентов, сувенирная продукция, новинки белорусской кухни. Все должно быть на высшем уровне. Задача наша стоит, чтобы гости нашей республики в полном объеме получили и соответствующее качественное обслуживание в объекте придорожного сервиса. Это касается и попробовать блюда национальной кухни, и, конечно, при желании приобрести сувенирную продукцию, как печатную продукцию, так и продукцию направленности именно с национальной нашей символикой. Магниты с изображением зубра по имени Волод, льняные салфетки с вышитым логотипом чемпионата мира по хоккею, шайбы из стекла, тематические часы. Каждый сможет выбрать из разнообразия сувениров то, что ему по душе. Приобрести понравившийся презент можно будет в различных торговых точках, к примеру, в ЦУМе. Гостиница «Эрмитаж» тоже сможет порадовать своих клиентов сувенирной продукцией, как с символикой чемпионата, так и с национальными мотивами. Наш отель не остался в стороне. Мы присоединяемся к этому событию, реализуем сувенирную продукцию в связи с этим, различные тематики, и как национальные, так и посвященные именно этому событию, чемпионату хоккея. Любой гость нашей гостиницы может приобрести, увезти кусочек какой-то вот нашей страны с собой. Одним из поставщиков сувенирной продукции на прилавке магазинов является брестская фабрика «Славянка». Именно здесь расписывают так полюбившихся многим матрешек, кропотливо работают над орнаментом панно или шкатулки, собирают осолобы национальных кукол. Каждый сувенир делается вручную. Не зря говорят, подарок, сделанный своими руками, самый лучший. Поэтому национальные презенты будут пользоваться не меньшей популярностью и украсят не одну полку зарубежного гостя. А вот товары с логотипом чемпионата следует приобрести уже сегодня, поскольку с 9 февраля их реализация прекращается. Помимо символики чемпионата, есть разрешена реализация сувенирной продукции с лозунгами «Минск-2014», «Болеем за нашим», «Беларусь хоккейная». То есть не связано непосредственно с официальной символикой чемпионата. И такая продукция может продаваться без ограничений. Коснулась подготовка к чемпионату и предприятие общественного питания. В ресторанах и кафе города и в местах придорожного сервиса грядет расширение ассортимента национальной белорусской кухни. В меню можно будет увидеть фотографию готового кулинарного шедевра и его краткую характеристику на русском и английском языках. Кстати, работники предприятия общественного питания будут обучаться разговорному уровню иностранных языков. В городах Беларуси уже введена система tax-free – процедура возврата налога на добавленную стоимость. Судя по уровню подготовки, наш город достойно примет гостей из-за рубежа, и туристы точно не едут с пустыми руками.